друзья, приветствую всех на своем YouTube-канале. Как всегда, хочу поблагодарить всех за просмотры, лайки, подписки и комментарии. Спасибо, что вы со мной. Для меня это очень важно и очень приятно. И, как всегда, напоминаю вам про спонсорство на моем канале. Кнопочка внизу. Сегодня мы с вами отправились в небольшое путешествие недалеко от Минска. И, как вы уже могли догадаться, мы с вами в индустриальном технологическом парке «Великий камень» и приехали на 34-ю международную выставку «Белагро-2024». Поэтому я приглашаю вас с собой. Будем смотреть на достижения моей любимой страны. Что здесь представлено, какие продукции, какие товары. Вроде много дегустаций. Поэтому будем все с вами смотреть, изучать. И вы тоже, как всегда, со мной. Погнали! Thank you.
Thank you.
Ну что, друзья, вот такое вот видео у нас с вами получилось. Хочу сказать, что получил громадное удовольствие. Выставка бесплатная, кстати, продлится еще до 9 июня. Видео как раз выйдет в воскресенье 9 числа утром. У вас еще будет время для того, чтобы успеть и приехать сюда, прогуляться, посмотреть на достижения белорусских производителей, попробовать что-нибудь, увидеть, что дегустация есть, людей много. Вот. Ну и честно скажу вам, горд за свою страну, что выставка действительно колоссальных размеров. Первый раз на такой большой реально выставке в Беларуси. И это действительно очень круто и очень радует меня как белоруса. Вот. Я вас хочу поблагодарить за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, поддержите меня, пожалуйста, лайком, напишите комментарий. Ну, конечно же, подписывайтесь на канал, ведь это важно для меня и важно для развития моего канала. А мы увидимся с вами в следующих видео. Всем до встречи и пока!